Вот наши ковчеги. Это Мильчика, она его забрала. А это мой ковчег. Вокруг животное, это когда уже закончился подкоп, вокруг все животные, а посередине ковчег с радугой. Тяжело было делать? Не очень. А, давай посмотрим. А Мирочке? Мирочка, покажи свой. Мирочек не хочет свою показывать, но вот. Да, но мы еще будем делать из теста, да, Ярослава? Да, Ярослава, зачем ты сказала? А еще из теста будем делать ковчег. Да, и туда животных клеить, да? Да. Все, всем пока. Махай пока.